Расскажу вам рецепт бутербродов с помидорами в духовке. Потрясающая вкусная закуска, которая понравится всем. Бутерброды будем готовить с сыром моцарелла и свежим базиликом. Бутерброды с помидорами в духовке готовятся быстро и не требуют особого труда, поэтому вы легко можете сделать их на завтрак. Они украсят и ваш праздничный стол, разнообразят обед. Мы всей семьей делаем эти прекрасные бутерброды с помидорами в духовке как закуску на вечер у телевизора. Например, приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Включите духовку разогреваться на 180-200 градусов, подготовьте начинку, выдавите чеснок, мелко нарежьте помидоры и порубите базилик, посолите, поперчите, приправьте все одной ложечкой оливкового масла, перемешайте. Разрежьте батон на несколько ломтиков, выложите на противень, покрытый пекарской бумагой или фольгой, смажьте их оливковым маслом. Разложьте и начинку на ломтиках батона. Натрите сыр моцарелла и посыпьте им бутерброды с помидорами. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Выпекайте бутерброды с помидорами в духовке около 15 минут, по приготовлению сразу можно подавать на стол. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Помидоры, 5 штук. Пучок свежего базилика, 1 штука. Моцарелла, 50-100 грамм. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Чеснок, 2 зубчика. Батон, 1 штука. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 3-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду вас снова.